Что есть рядом с твоим домом? Рядом с моим домом есть парк, ЖД-станция, метро, несколько рынков и торговых центров. Get a PDF and an MP3 file of this lesson for free. Click on the link in the description and start boosting your Russian today. Тема этого видео – это город. Опиши свой город тремя словами. Какой он? Ну, мой город красивый, чистый, веселый. Город уютный, тихий, зеленый. У нас город большой, шумный, красивый, и в нем есть что посмотреть. Москва – это очень большой город, в нем очень много жителей, и главное, что это очень красивый город. В каком районе ты живешь? Где он находится? Я живу в районе Куркино, это северо-запад Москвы. Я живу в спальном районе, он находится недалеко от метро. Я живу на северо-западе Москвы. Какой твой район? Опиши его. В моем районе очень много зелени, в плане деревья, травы, кустов. Все это прям очень много. Есть недалеко много парков, много молодежи. Веселый, задорный район, я бы сказал. Район спокойный, здесь живут в основном молодые семьи. Мой район очень уютный, светлый, чистый и очень красивый. Что есть рядом с твоим домом? Рядом с моим домом есть художественная студия. С моим домом рядом находится банк, школа, салон красоты, автобусная остановка. Рядом с моим домом есть парк, ЖД-станция, метро, несколько рынков и торговых центров. Куда ты любишь ходить в своем городе? В своем городе я люблю ходить в парк Горького. В своем городе я люблю ездить в огромный торговый центр, также гулять по паркам. В своем городе я люблю ходить в маленькие кафе и в парк. Я очень люблю гулять по центру Москвы. Что бы ты показал туристам в своем городе? Три места. Ну, это, естественно, Красная площадь, парк Горького и, наверное, Третьяковскую галерею. Я бы посоветовала сходить туристам на Третьяковскую галерею, посмотреть наши картины. Обязательно сходить в ресторан русской кухни и просто погулять по Красной площади. Обязательно Красную площадь, центральный детский магазин и чистые пруды. Что ты бы хотел изменить в своем районе? Меня все устраивает в моем районе. В своем районе изменить я бы ничего не хотела, но хотела бы иметь загородный дом. В своем районе я бы, наверное, добавила больше зелени, очень мало деревьев. В каком городе ты хочешь жить? Я бы хотел жить, пожалуй, на Кубе, в Гаване. Не нравится мой город? Я бы хотела жить в мегаполисе, где есть много небоскребов. Что тебе нравится в твоем городе? В моем городе мне нравятся добрые, открытые люди и возможность реализоваться, работать где хочешь, когда хочешь и как хочешь, и гулять много где можно. Что тебе не нравится в твоем городе? Большое количество машин. Мне не нравится большое количество пробок. Давайте закрепим то, что мы только что изучили. Опиши свой город тремя словами. Какой он? Красивый, гостеприимный, зеленый. Москва – большой красивый город с огромным количеством памятников архитектуры и истории. Большой, красивый, знаменитый. Тихий, уютный, дружелюбный. В каком районе ты живешь? Где он находится? Я живу на востоке города Москвы. Я живу в районе, он называется Северная Тушина. Он находится на северо-западе Москвы. Я живу в старой части города. Какой твой район? Опиши его. Мой район зеленый, живой, солнечный.
По статистике, мой район наиболее экологически чистый. У нас очень приятные и красивые дворы, много детских площадок. Мой район красивый, в него протекает Москва-река, есть много парков и лесов. Тихий, зеленый. Что есть рядом с твоим домом? Рядом с моим домом есть детские площадки, велодорожки, торговый центр, кинотеатр. А рядом с моим домом есть большой торговый центр и множество магазинов, продуктовых и аптек. Рядом с моим домом есть магазин, парикмахерская и аптека. А рядом есть школа, парк, салоны красоты. Куда ты любишь ходить в своем городе? Я люблю ходить в своем городе в кинотеатр, в парк, гулять по скверам. Я люблю ходить в музей, в кино, в парки. В своем городе я люблю посещать центр. Там всегда много интересного и нового. Я люблю гулять в парке или ходить в торговый центр. Что бы ты показал туристам в своем городе? Три места. Я бы показал туристам в своем городе Красную площадь, парк Горького и Воробьевы горы. Я бы показала в первую очередь центр, Кремль, Красную площадь и показала бы Даниловский монастырь. Я бы сводила их в наш парк, ну и просто погуляли бы по улицам. Что ты бы хотел изменить в своем районе? В своем районе я бы хотел иметь побольше велодорожек. В своем районе я хотела бы иметь больше детских садов и детских площадок для детей. В каком городе ты хочешь жить? Я бы хотела жить в городе Нью-Йорк. Я бы хотела жить в Милане. Мне нравится мой город, и я бы хотела жить в Москве. Что тебе нравится в твоем городе? В моем городе Москва мне нравится то, что здесь есть много возможностей для реализации. Мне нравятся благоустроенные улицы. Что тебе не нравится в твоем городе? Мне нравится в городе Москва то, что люди у нас постоянно куда-то спешат. В Москве мне не нравятся некоторые люди, которые хотят получать все, но при этом для этого ничего не делают. В моем городе мне не нравятся старые районы, за которыми плохо ухаживают. Последнее время бывает много пробок на дорогах. Итак, на сегодня все, и как всегда вопрос для тебя. Напиши, пожалуйста, что есть рядом с твоим домом. Я надеюсь, это видео было интересным и полезным. Если так, то не забудь поставить лайк и подписаться на канал, а также расскажи своим друзьям и знакомым про этот канал, если им тоже интересно изучать русский язык. Спасибо за просмотр, пока!